Друзья, всем привет из фамилии. Давайте с вами посмотрим декор, посуду. Ну и заодно приглашаю вас на дискотеку. Музыка, потому что здесь очень громкая. Стараюсь показать только то, что я еще не показывала. То есть то, что новенькое пришло. Вот такой котейка керамический. Фигурка 439 рублей. Только черненькие. Их тут два котика. Декоративная корзинка. Вот такая вот красота. Сейчас посмотрим по цене. 679 рублей. Интересная стопочка. Смотрите, называется она «Бедный Юрик». Вот такая необычная стильная форма в виде черепа. Вот она, кстати говоря. Упаковочка была открыта, поэтому могу вам показать. Стоит 279 рублей. Большая для стопочки. Красивые маленькие пиалы в виде вот такого вытянутого сердечка стоят 499 рублей. Большие тарелки появились для подачи. Смотрите, какая красота. 25,5 сантиметров в диаметре. Материал фарфор. Красивенькие. Есть еще такие в красном цвете разных диаметров. Вот, посмотрите. И вот такая небольшая пиала, но я ее в прошлый раз показывала. 389 рублей. Красивая посуда. И вот этот вот рисуночек, он выпуклый. Ну, такой рельефный его ощущаешь. Давайте посмотрим дальше, что еще появилось. Вот такая тарелочка. Не помню ее с прошлого раза. 389 рублей. Фарфор тоже. Так, это керамика, 679 рублей. Тоже симпатичная. Так, вот такая тарелочка. Здесь ребристая, 329 рублей. Горчичного цвета. Вот это прям такой насыщенный темный цвет. 389 рублей. Тоже керамика. Суповая фарфоровая тарелочка с бабочками. 23 сантиметра диаметр. Можно мыть в посудомойке и разогревать в микроволновке. Вот это большое блюдо для подачи. Тоже новинка. 30 сантиметров диаметр. Материал тоже, скорее всего, фарфор. Не смогла найти. 699 рублей за такую тарелочку. Так, смотрим дальше. Вот это вот новинка. Рыбки. Смотрите, какая прелесть. 389 рублей. 26 сантиметров диаметр. Красивая. Две штуки. Красивая стеклянная тарелка. Смотрите. Такая неправильной формы. Вся рельефная. 26 сантиметров. 679 рублей. Серый цвет. И вот это еще интересное. Вот такая вот глубокая тарелочка. Сейчас тут отойду, тут полы моют. 439 рублей. Тут грязная, что ли? Пятна какие-то. Не пойму, или краска это, или просто грязная тарелка. Хорошенькое блюдо. Смотрите, какое. 679 рублей. Керамика. Ой, много тут, конечно, интересненького. Не пойму, чем обрабатывают посуду. Вот ее трогаешь, и пальцы очень сильно уксусом пахнут. Салатник. Ой, как я люблю такие вещи, конечно. Но стоят они здесь запредельно. На этой нет цены. Сейчас посмотрим здесь. 549 рублей вот такой салатничек. Что тут еще из новинок появилось? Маленькие пиалы керамические. Прелесть просто. 219 рублей. Вот еще из серии той посуды. Рифленая есть еще вот такой глубокий цвет. Так, это у нас салатник 17 сантиметров диаметр. 679 рублей. Тоже очень красивый, как цветочек. И цвет такой приятный.
на этой полочке, когда я была в прошлый раз, было такое шикарное зеленое блюдо. Все, его уже купили, его нет. Блюдо для фруктов 1099 рублей. Тоже красиво смотрится. Есть еще там другой цвет, но оно побольше. Вот оно, кстати, поближе тут стоит с блесками. 1500 рублей такое. Красивый глубокий салатник. Смотрите, бока у него очень красивые. Но тут какой-то дефект. Не знаю, это отмоется, нет. 439 рублей. Тяжелая. Из серии стеклянных блюд есть еще вот такой янтарный цвет. Цвет шикарный, конечно. Смотрите. 549 рублей стоит такая тарелочка. Салатник есть еще и побольше. Посмотрите, какая красота. 679 рублей. Какая прелесть стоит. Очень красиво. Салатники от Luminarc. Называются капкейк. Вот такие. Опаловое стекло. Стоит 219 рублей. Две штуки. Вот эти керамические салатнички тоже вполне себе ничего. Смотрите, какие аккуратно сделаны так. Стоит 289 рублей. Немножко пластика. Смотрите, есть вот такой контейнер для сыпучих продуктов. Внутри еще стаканчик. И удобный носик для насыпания. 279 рублей. Стоит. Цвет крышек можно выбрать. И интересная еще хлебница. Большая, вместительная. Пластик и бамбуковая крышка. Есть черный вот такой цвет и яркий салатовый. Стоит хлебница 1350 рублей. Здесь уже стеклянные банки для сыпучих продуктов. Вот эта вот шикарная баночка. Смотрите, 499 рублей. 2 литра 250 миллилитров. Вот эта вот вставка из нержавейки. Крышка прозрачная. Эти симпатичные. Это, скорее всего, по Шабахче. 329 рублей. 1130 миллилитров. Но не написано. Фикси, по-моему, кружки с таким принтом есть, с листочками. Вот это тоже новинка. Баночка стоит 179 рублей. С крышкой. Силиконовая тоже вставочка есть. Плотно закрывается. А вот эта форма симпатичная. Тоже 219 рублей такая банка. Ну, такая тоже прелесть. Много тут, конечно, интересного. 279 рублей. Ну, а вот такие стеклянные с крышкой из нержавейки. Можно даже подписать. Стоит 279 рублей. Подойдет под какие-нибудь специи. Красивые стеклянные сахарницы. Смотрите, какая прелесть. Боюсь их переворачивать. Так, одна стоит 329 рублей. А вот это 279. Молочники, сахарницы. 169 рублей. Скорее всего, это фарфор. 439 рублей. И есть еще солонка с перечницей. 219 рублей. Масленку не буду переворачивать. Ну и в кружках глянем новинки. А вот такой в прошлый раз не было. От Luminarc. Круженцы. 289 рублей. Еще одна новинка. Это вот такая кружка, большая. Тут девушка за работой, за ноутбуком. 169 рублей. Прямо как я. Наверное, монтирует видео. Так, что еще тут? Как вам вот такая? 279 рублей. Ну, а остальные так, в принципе, и были. Ничего такого особенного не вижу. Журнальные столики. Столешница, знаете, как под мрамор такая сделана. Металлическая основа.
но они не закреплены вообще. Наверное, есть какое-то крепление тут, что ли. Стоят такие столы 4,199. Турецкие пляжные полотенца. Они большие. Не смогла найти размер на этих этикетках. Смотрите, как выглядят. Покажу тут по вариантам расцветок. Вот такие с надписью. Так, ну и цену их тоже посмотрим. Стоят они 2,199. Ну а здесь висят всякие разные покрывала. Есть стопроцентный хлопок, есть синтетика. Вот это вот покрывало 1899 рублей. Где смотреть размер, без понятия. Вы сами видели, на ценнике ничего нет. Вот это вообще плотное такое. Как вам такой вариант? Это уже потоньше. 999 рублей. Вот здесь написано 125 на 150 сантиметров. Вот из этой серии, из такого же материала, еще один вариант. Смотрю, есть еще стеганое покрывало. Посмотрим его. Стоит 2799. Стеганое покрывало 2, наверное, двух с палкой, я так понимаю, большое. Так, вот такой вариант. Много-много тут чего есть такого. Мне... Вот такое понравилось. Смотрите, какая прелесть. 1799, размер 160 на 220 сантиметров. И не вижу тут состав. А, вот, 100% хлопок. Люблю такую геометрию. Вот такая шахматка. Красивенькие вот эти штукенцы. Так, ну-ка, а это... Это у нас 2500 стоит. Покрывало декоративное. Вот, красивое. Есть посветлее. Вот такие вариантики. Сейчас отойду. Вот так вот. Чтобы вы посмотрели. Готовые шторы. Портьера. Вот смотрите, ничего не пойму. Они обе скреплены вместе. Как будто бы их две. Тут вот одно полотно, готовая штора, ширина 180, высота 275. А вот по цене ценник стерт 3299 рублей. Не пойму, почему скреплены. Причем все, смотрите, и это такая же. Вот две штуки, как бы их тут. Такая стоит 3299 также. А вот, все увидела. Набор портьер, две штуки. 3300. 180 на 275. Все, теперь понятно. То есть сразу две. Ну, на вид они, знаете, такие тяжеловатые. Вот тут такой тюль-паутинка. 879 рублей. Размер 250 на 180. Рисуночек. Это, кстати, показывала вам на шторной ленте. Но есть еще вот на таких креплениях. Здесь уже размер 140 на 260. Две шторы сразу в наборе. Это очень здорово. А по цене у нас это все дело 1800. Вот и серый цвет. Темно-серый, светло-серый. Белые. Горчичные. Вот такой. Тоже 140 на 260. Ткань плотная, вот кто-то уже открыл, видите. Хорошие шторы. Хочу показать вам интересные панталеты, но, правда, тут вон источник ада висит, орет музыка. Смотрите, вот такие меховые. Но это полиэстер, естественно, это все искусственное. Но симпатичненькие такие, беленькие. Стоит 1099 рублей. Есть еще лавандовый цвет. Немножко они по-другому выглядят. Черные. Так, и вот такой коралловый. 1400 вот эти стоят. На этом все, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.